Очередная спортивная победа. Мясский конькобежец Владислав Демин занял второе место на зональных соревнованиях первенства России. На дистанции длиной в 3 километра Влада смог обойти только спортсмен из Новоуральска. С молодым медалистом встретилась наша съемочная группа. Влад занимается конькобежным спортом уже 8-й год. Рассказывает, многие его друзья записывались в секцию, но со временем ушли. Как говорят спортсмены, повесили коньки на гвоздь. А он упорно продолжал тренироваться даже тогда, когда хороших условий для занятий в МИАСе не было. По мнению Влада, на соревнованиях по конькобежному спорту важна не только физическая, но и моральная подготовка. Перебороть свои нервы, свой страх. Тем более бежал с такими серьезными соперниками, которые меня один даже обогнал. Из 140 участников сборной МИАСа на соревнованиях представляли 5 спортсменов. Тренер Михаил Бабков уверен, шансы попасть в финал есть не только у Влада. Еще, как говорится, борются за выход в финал еще 5 ребят. Вот. Но уже можно сказать смело, что 3 уже точно попадут в финал первенства России. Третий этап первенства России состоится уже 8-9 февраля. По мнению мясских ребят, их самые главные соперники – конькобежцы из Екатеринбурга и Челябинска.